Новый автобусный маршрут 31К, курсирующий между микрорайонами Зеленой аллеи, станцией Расторгуева и жилым комплексом «Первый квартал», был запущен около недели назад. Маршрут полностью дублирует 33К, на который поступали многочисленные жалобы от жителей. Малое количество транспортных средств на линии, несоблюдение графика, водители брали наличную оплату. В связи с этим было принято решение сменить перевозчика. Заменить наш предыдущий маршрут 33К, который работал непонятно как. Обещали с 15.02. С 15.02 это чудо произошло. Ну, по крайней мере, чудо в наших глазах, потому что нам удалось это все оперативно отрегулировать со всеми министерствами, ведомствами и так далее. Соответственно, данный маршрут запустили. После запуска автобусов представители управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа встретились с активными жителями зеленых аллей и жилого комплекса «Первый квартал», чтобы обсудить работу нового автобусного маршрута и что необходимо улучшить. Большая загруженность автобусов, и люди просто не могут влезть в автобус, чтобы доехать на работу. Получается, кто-то часть идет пешком, какая-то часть просто вынуждена пользоваться услугами таксистов. Вот. Ну и также в вечернее время на обратном пути. Все то же самое, проблема. Перевозчик, значит, сейчас анализирует. Он только зашел, работает 5 дней. Зашел на территорию. Дальше он, ну, как бы анализирует свою работу. Сколько пассажиров ездит, пассажиропоток. Все изучается. Жителям предоставлено, ну, пока предварительно расписание его работы. Сейчас оно соблюдается. Расписание автобусов будет переработано, исходя из пассажиропотока. Также все замечания и предложения жителей возьмут в работу и рассмотрят в ближайшее время.